Громкая сенсация случилась накануне в парке флоры и фауны Роев Ручей. Там подстригли альпак. Да, именно по этому поводу отправили мы туда нашу коллегу Евгению Головину. Вообще, до сегодняшнего дня мне казалось, что альпак — это пальто. Но нет. Но нет, это постриги еще и альпак для того, чтобы создать пальто. Обычно так происходит, но эти альпаки, которые живут в Красноярском зоопарке, не просто так пострижены. Женя, вам слово. Ваня, Антон, доброе утро. Мы в парке флоры и фауны Роев Ручей. Вот такие вот у нас замечательные сегодня тут друзья. Пока что мы их не можем подозвать, но надеемся, что сейчас как раз на морковку с капустой они к нам подойдут. Елизавета, не помнишь, я сотрудник парка флоры и фауны Роев Ручей. Лиза, доброе утро. Доброе утро. Ну что, как и обещали, мы сегодня будем разговаривать с альпаками. Есть у нас тут еще и лама. Давайте начнем вообще с того, откуда они, где они живут, как им у нас вообще в Сибири живется. Ну, так как они привыкли жить в очень суровых климатах, в Чили, в Америке, на высокогорьях, они привыкли к любому климату. Здесь им, видите, вполне комфортно. Да, живут они счастливо. В отличие от их родины, у них намного больше здесь питания, разнообразия питания, а также мы их балуем всякими вкусными овощами. Чем они питаются преимущественно? Вот сейчас я вижу здесь капуста и морковка. Есть еще что-то, чем... Капуста и морковка – это как вкусняшка и источник витаминов. Да, они питаются травой. У нас есть специальный корм, прессованная трава, которой они тоже питаются, сеном, вениками. Кто здесь бывает часто, тот знает, что зовут их Ромео. Вот у нас здесь черненький такой. А вот там белая ходит, это Джульетта. Они такие вот парочка подстриженная уже к чемпионату мира по футболу. Видите, там на боку футбольный мяч. Кстати, сегодня это тоже в тему, с учетом того, что у нас Енисей вышел в премьер-лигу. Расскажите, в чем разница между... Может, к ним попробуем? Давайте. Туда чуть ближе подойти, да? Пойдемте к ним туда. Разница на самом деле заметна сразу. Во-первых, это ушки. Видите, у лам, ну, у нас это гуанака, это не одомашненная представитель лам. У нее ушки как бананы длинненькие, а у альпак они маленькие и заостренные. А также мордочка. У лам она более вытянутая, а у гуанак приплюснутая. И ламы намного крупнее гуанак, альпак. Потому что, смотрите, вот это уже взрослые особи, а лама у нас совсем еще ребенок. Хотя размер у них уже одинаковый. Нет, он самец, он, конечно, первым делом надо проверить. Сейчас... Вот то, что вы мне уже рассказывали за кадром насчет того, кто из них кого плюется. Правда, что ламы могут и в людей, а вот альпаки только друг в дружку? А вообще, да, очень редкий случай, когда альпака может плюнуть человека. Это нужно уже совсем довести ее, на самом деле, чтобы она вас возненавидела. Потому что они имеют, в отличие от лам, очень кроткий характер. Но наши, видите... Вполне себе хозяева и уверенные в себе, но не плюются. Ламы, они наоборот, в свою очередь, то есть для них это абсолютно... Если им просто даже кто-то не нравится, она может плюнуть. У нас не просто так, у меня в руках расческа. Лиза сказала, что есть шанс, конечно, что они меня пнут, если я начну их чесать, потому что они к расческе относятся не очень хорошо. Но тем не менее, давайте, может, все-таки попробуем. Расчесать лами, альпаки челку? Да. Ну давайте попробуем, можно? Только аккуратненько. Пока он ест? Пока он ест. Пока он ест, я буду... Ты не смотри, пожалуйста, что я делаю с твоей возлюбленной. Вот так-то чешется, смотрите. А им не больно, потому что расческа идет довольно-таки тяжело. Да, это пуходерка. Им не очень приятно на самом деле, но не, абсолютно не больно. Ну да, видите, главное отвлекать едой. Я поняла. Вот. А ламу, кстати, тоже чешете? Да, мы чешем всех, и лам, и собак. Потому что все у нас очень длинношерстные. Только единственная вот тоже как бы одна черта такая, что у альпак, если вот пощупать, шерсть мягкая абсолютно вся. То есть, что в конце, что подшерсток, он одинаковый. А у лам, наоборот, у них подшерсток мягкий, а шерсть, которая уже отросла, она более жесткая. Хотите, мы вам еще покажем, как лама целуется, если у нас получится, да? Это надо к ней подходить или она сама подойдет? Сейчас мы вам покажем. Вот альпаки, они хоть людей не плюют, но, в общем, людей и не обнимают. А вот лама, она может плюнуть, а может поцеловать. Вот, видите, вот он только что в нее плюнул, чтобы она отошла. Эй, иди сюда, дружочек. Иди, мы с тобой, иди, мы покажем, какой ты ласковый. Смотрите. Эй.
Абсолютно. Говорите не дома. Дай еду мне, а не другим. А часто они вот так начинают? На самом деле на сотрудников нет. Поэтому почему и не разрешаем мы посторонним сюда заходить, потому что сотрудников они знают, они прекрасно понимают, то есть они у нас воспитанные, а нас они считают как гостей, точно так же, вот как они тут в вольере, так и мы с ними вместе в вольере. Поэтому такое отношение, что да, принес еду, давай, ты... Да. Лиза, рассказывайте, какое мероприятие у вас будет ближайшее, 1 июня? Да, 1 июня у нас будет День защиты детей «Однажды в сказке». Это мероприятие пройдет с 12 до 3 на центральной сцене, а также по всему парку, уже в полюбившемся формате квеста. Будут различные локации от партнеров, где можно будет почувствовать себя героем различных сказок, получить кучу подарков и позитивных эмоций. Ну все, 1 июня обязательно приезжайте в парк «Флора и фауна», хотя можно сюда приходить в любой день. Я передаю назад слово в студию, а мы пока тут еще... погладим альпак. Ну, а мы от тебя добавим, что не только ведущим программы «Новое утро» позволяет позволительно кормить животных. Это может сделать любой посетитель, да, но в том случае, если животные к этому готовы. И корм соответствующий. Да, и любят с ваших рук поесть. Поэтому добро пожаловать, тем более, что...